Сами увидели. Вот это же Орлова тетнина, да? Тетнина Орлова. А где она? Она же у Юрки Поддержинской. Юрка пьет, и ее выгнал. Ее выгнал, что-то пару не зарубила. Она с внука забрала и ушла, и Юрка тут один был. А, так Юрка тут один? Юрка один был. Ну, говорят, что это, что так, потом, ну, живой хоть он? Да он мне свечку затопил, говорит, да ушел. А может и не топил, может его не было. Горел это с коридора, скорее всего. Скорее всего, наверное, подожгли, да это и все. Я так думаю. А я ночью, ну, я в 4 проснулся, слышу что-то, щелк. В окошко смотрю, это, ну, оттуда как начинает, ну, пожарников вызвал. Лежал телевизор, смотрел. А ты с этого дома? Не, я с Калинина. А, это Валик Куклина. Это... Нина ходила там. Ну. И вот где-то без 20 щелк, его кошка, блядь, ё-моё. Ну и вызвал этих пожарных. Ну я тоже ночью встала, когда шторку подняла, ё-моё, тут получается где-то грибами. Вышли на улицу. Да я ночью не подняла.